Добрый день. Представляем вашему вниманию шнековый дозатор НДШ-600, изготовленный из нержавеющей стали, что соответствует стандарту GMP, включающий в себя устройство перемешивания, автоматическое замедление дозы, автоматический режим дозирования. Все управление производится сенсорной панелью. Дозатор настроен на кальянный табак. Давайте рассмотрим сенсорное управление подробнее. Итак, на сенсорной панели мы видим, верхняя строчка – это количество доз, которое было отдозировано. Вторая строчка – это вес дозы фактический, который мы получаем при дозировке. Третья настройка веса – это желаемый вес, который мы хотим получить. И скорость дозирования. Соответственно, все это регулируется с этой панели. Второе меню – это параметры, в которых настраиваются основные скорости. Это скорость 1 и скорость 2. Скорость 1 – это основная рабочая скорость. Скорость 2 – это замедление. Замедление приходит при тоже настройках, а именно 10 граммах. Она меняется, зависит от того, что мы хотим получить. Также имеется отдельное включение перемешивания и включение автоматического режима. Давайте посмотрим, как все это работает. Так, мы отдозировали 50 грамм, как видим.